Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию Rocket League. Я надеюсь, вы ее ждали, потому что многие меня просили: Эдисон, сними уже, пожалуйста, Rocket League. И вот, ребята, специально для вас новая серия Rocket League. Если вы рады, давайте наберем 300 лайков, чтобы следующая серия вышла еще быстрее. Может завтра, может послезавтра. Ребята, я всегда говорю, что когда выйдет серия, зависит только от вас, от моих подписчиков. И спасибо всем, кто находится сейчас тут, смотрит это видео, будет оставлять комментарии, лайки. И если ты еще не подписан, то, пожалуйста, подпишись на мой канал. Мы продолжаем фигачиться в футбол на машиночках. И давайте сразу же приступим. 3 на 3. 3 на 3, как всегда, против других игроков. Начинается. Ва! Так. Мы за оранжевых. Ребята, если честно, мне не очень везет в таких играх выигрывать. Поэтому, ребята, как видите, даже один человек в нашей команде там АФКшит. То есть он вроде стоит и даже не движется. А, нет, уже вроде поехал. Ребята, футбольчик! Опа, я выбил. Так, выбейте, пожалуйста, вперед, чтобы я сразу туда полетел. А, ну да, конечно, Эдисон все сам должен делать. Ни хрена себе! Я со своих ворот запинал гол в ихние ворота. Ребята, я не скажу, что это простенько. Я не скажу, что это очень просто. Я вообще ничего не говорю, потому что я в курсе, что мне очень сильно повезло, потому что, ну, такое, если честно, вообще нереально в этой игре сделать. Так, давайте, чуваки, я уже один гол запинал, давайте, пожалуйста, еще один. Только сейчас давайте... Ой, да нахрена ты меня пнул? Только сейчас давайте не я только буду забивать, а вы тоже. А лучше всего навесните мне, пожалуйста, может... О, это хреново. Это хреново, я один вот тут стою. Ну, я выбил так, как я смог. Я выбил так, как я смог, ребята. Не очень круто. О, давай, чувак! Два. Ух, ребята, два гола. Он тоже красивый, если честно. Но не прям так, как я со своей вот той штрафной зоны, да? Ну и так, классно, ребята. Прошла одна минута, мы уже лидируем счетом 2-0. Мы уже лидируем счетом 2-0. Я за нитро, ребята. Вы там немного постойте. Кстати, смотрите, какая у меня уже новенькая машинка. Я уже открыл там много всяких вещей. Ух ты! Нет, нет! Ну почему никто не кроет вашу? Я сам, если честно, промахнулся. Все, короче, разлетелись. Никто не смог выбить мяч. И нам, походу, вот так и забили. Это хреново. Осталось 3 минуты 40 секунд. Это очень хреново, потому что нас уже догнали. Если два мяча мы забили, то, что мы выиграем, если честно, ну, есть больше шансов то, что мы выиграем, потому что два мяча, ну, сложненько догнать. А вот сейчас, когда нам уже один запинали, то остался еще один, и нас уже, в принципе, догонят. О, круто, я его... Ребята! Офигеть! Я прям пинаю мячи, как не знаю кто. Смотрите. Прям в верхний правый угол. Это реально было круто. Осталось 3 минуты. Тут, когда вот эти все паузы, то время останавливается. То есть, оно не идет. Поэтому 5 минут тут не 5 минут. Тут может матч длиться и до... 10 минут, если вот так, смотрите. Гол забили, время остановилось для того, чтобы показать, кто забил, как забил. Давай. Кто там пнул? О, 4-1, ребята, еще 3 минуты осталось. Давайте, ребята, вы давайте за мячом, а я быстренько слетаю за нитро. Так, сейчас, опа, выбиваем. Промахнулся, но все же. Вот это, давай! Я! Вы видели, как он на хет-трик?
Смотрите, он на линии прыгает. Он на линии прыгает, его еще даже кто-то мог выбить. Охренеть, ребята. Я забил уже 3 гола. Я уже хэт-трик сделал. Давайте вы выбивайте, я быстренько за нитро. Я быстренько за нитро. Давайте, давайте, нависните кто-то. О, сейчас, не знаю, 4 гола забью, я не знаю, как это называется, покер или как там. А, хотел как-то... Нет, чувак, нет, пожалуйста. А, если бы я там попал, то нам бы сейчас гол не забили. Но я тоже не попал, и другие тоже не попали, поэтому это не только моя вина. Но 2-5, точнее 5-2. Ну, догнать, чтобы нас догнать, им нужно еще 3 гола забить. Это, в принципе, не так уж и просто. Но все же они могут это сделать. Выбей, чувак, пожалуйста, выбей. Вот, нормально. А, ты че меня... Ты че меня толкнул, зараза? Прям на другую половину. О, давайте, нависните. Ребята, нависните. А, не попаду. Круто, круто. А-а-а! Не попал! Сейчас нам гол забьют! Нет! Этот чувак, он вообще нахрен, он уже 3 гола забил. И только вот этот один. Никто другой, так же как и я 3 гола забил, но еще другие по одному запинали. Ух, это реально. Немного напряженная игра, потому что осталось 2 минуты. А как раз тут один гол идет каждую минуту практически. Поэтому они еще могут нас догнать, да и, если честно, еще и перегнать. А, да... Нет! Чувак, нет, пожалуйста! Ху, я выбил, я выбил! Нет! Да вашу мать! Я не хочу, чтобы нам был... Да, хоры пинаться. Нет, нет, пожалуйста, нет! Нет, ребята, я не знаю, у меня еще такое ощущение, что мы сейчас продуем. Круто, выбили, выбили, круто. А-а-а, я за нитро быстренько, я быстренько за нитро. Ребята, вы там постойте. Круто, круто, круто. Сейчас еще и гол будет, может. Ну, конечно же, Эдисон. Все ничего не попали, все разъехались. Я пап. Ребята, это круто. 4 гола. И какие крутые. Но вот этот не прям какой-то суперский-пуперский. Но первые там были со своей половины. Потом, как я в верхний угол красиво попал. Опа, стоять. Я не знаю, смог ли они сейчас нас догнать. Вряд ли, если честно. За минуту 3 гола забить. Хотя, если, в принципе, очень повезет. Кто отбил? Вот этот чувак спас. Давайте, давайте, давайте. А, нет, вряд ли они попадут. А, я тоже не попал. Давайте, 30 секунд осталось. Ну, вряд ли они уже хотя бы один гол забьют. Но все же, ой. А, толкнул меня, зараза. Ну, вот это гол, вот это может и гол, если вот тот не спасет. Круто, спас. Молодец. Опа, как мы выбили его. Вот это реально тоже крутой был, смотрите. Как и задней частью машины. Там, жопкой, жопкой так пнул его и забил. Уа. Биу. Давайте, 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 ребята. Последние, последние секунды, давай, торкнись. Уа. Опа, я что-то новенькое. Так, выходим в меню. Я хочу посмотреть, что я новенькое выбил. Так. Ну вот, ребята, смотрите, у меня есть все машины. Все. Я уже открыл все машины. Если честно, это мне нравится так. Наверное, самое больше. Эти покраски я еще не открыл. Это цвета. Это диски.
Вот, я вот это открыл. Ух ты. Это сейчас у нас? Это мне тоже нравится. Прикольно. Это что? Офигеть. Ого, нифига себе, звездочки из жопы вылетают. Шапки тут всякие. Wizard Head Sombrero. Или не Sombrero. И вот смотрите. Бол. Снеговик. Прикольно. Так. Ребята, как я уже сказал, одна игра может длиться не только 5 минут, а около 10 минут, потому что с этими паузами, если вот так, как сейчас мы там забили хрен его знает сколько голов, то вот много таких пауз было. Ребята, знаете, почему я скажу, что сейчас мы будем заканчивать? Не расстраивайтесь, потому что я не знаю, что это за игра, но когда я играю долго в нее, то она очень сильно весит. Вы себе не представляете, сколько... Почему выходит эта рубрика, эта игра очень редко? Потому что она потом столько весит, что... Знаете, сколько эта игра может заливаться? Около 15 часов. То есть я ставлю компьютер, заливаю эту серию, и она заливается практически до утра. Если я там с утра... Даже, ну, в принципе, в 5 часов утра она где-то заливается. Если я днем поставлю, то где-то на следующий день она зальется. Поэтому, ребята, давайте заканчивать. Игра очень охрененная была, и мы выиграли очень круто. Если вы хотите все-таки Rocket League как можно чаще, ну, я постараюсь, если честно, завтра, если мы только сегодня наберем 300 лайков. Я очень сильно постараюсь, я вот так поставлю, не знаю, когда заливаться, чтобы на завтра уже залилось. Но это, ребята, зависит только от вас, зависит, как я уже много раз говорил. Оставляйте свои комментарии, если вы хотите что-то спросить, что-то посоветовать или еще что-то по игре или вообще о моей жизни. Все, что вам нужно, это просто-напросто оставить комментарий, я постараюсь на него ответить. Также вступайте в нашу большую дружную семью. Все, что вам нужно, это просто-напросто на меня подписаться. Я рад каждому новому подписчику. Я принимаю свою семью каждого, любого подписчика. Поэтому, ребята, не стесняемся и подписываемся под видео, нажимаем на кнопочку. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.